Всем привет, с вами Константин и компания «Строй Гарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся в коттедже поселке Морской, который у нас располагается всего в 4 километрах от Анапы. Хочу сделать вот эту презентацию домика, 130 квадратных метров. Давайте посмотрим его снаружи, а затем внутри. Поехали! Внешняя отделка дома выполнена из декоративной штукатурки. Как и во всех наших проектах, этот дом имеет железобетонные колонны по углам для увеличения сейсмоустойчивости. А также для этих целей над окнами и дверями всегда отливаем перемычки. Дом установлен на ленточном фундаменте, глубина заложения которой 800 мм. Между этажами перекрытие из железобетонной плиты. Крыша накрыта металлочерепицей в коричневых оттенках. Окна металлопластиковые, двухкамерные. Во всех комнатах окна имеют внушительные размеры, за счет чего внутри дома визуально увеличивается пространство и всегда светло. А теперь давайте пройдем и посмотрим, с каких комнат состоит сам дом. При входе мы попадаем в шикарную прихожую с площадью 6 квадратных метров. В данной прихожей вы можете оставлять верхнюю одежду и обувь. Из прихожей можно пройти в санузел. Он здесь довольно внушительных размеров, 7 квадратных метров, выложенный качественной плиткой. Тут можно установить раковину, угловую ванну, унитаз и даже наполнить шкаф для средств личной гигиены. Прямо напротив санузла находится спальня первого этажа с площадью 15 квадратных метров. Она прекрасна тем, что здесь есть три больших окна эркер с видом на двор и с хорошим солнечным освещением. В данной комнате по кругу расположены розетки для подключения различной техники. Со спальни мы проходим совмещенную кухню-гостиную. Она в данном проекте огромная – 38 квадратных метров. Здесь можно разместиться большой компанией для общения. На стенах располагается большое количество розеток для оборудования. Кухонная зона отделена от гостиной кафелем. Также кафель постелен как в санузле и в прихожей. Здесь же размещена лестница в коричневом цвете, ведущая на второй этаж. Скажу вам, очень удобно по ней как подниматься, так и спускаться. Здесь располагается на втором этаже три спальни, каждая из которых симметрична другой, но каждая разная по квадратуре. Первая спальня у нас 13 квадратных метров. Вторая спальня 15 квадратных метров. Третья спальня у нас 17 квадратных метров. Комнаты будут по душе вашим детям. Также на втором этаже расположен еще один санузел. Он меньше, чем на первом этаже, но тоже не теряет свою комфортность. Площадь его составляет 6 квадратных метров. Далее с кухни мы можем выйти с вами на открытую террасу. Она у нас 21 квадратный метр. Но вы можете подобрать для этой террасы любой навес или ее полностью закрыть. Это уже на ваше усмотрение. Друзья, вот и посмотрели с вами полностью обзор дома 130 квадратных метров. Если остались у вас какие-то вопросы, вы можете писать ниже под видео, мы обязательно их ответим. Что хочу заметить, что по статистике 80% наших зрителей, кто смотрит наши ролики, не являются нашими подписчиками. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайк и будьте в курсе всех событий. С вами был Константин и компания «Строй Гарант Анапа». Всем пока, до новых встреч!